работа с проверками обратно. Тяжба за миллионы. Мосгорсуд признал законным взыскание миллионов семей Жанны Фриске. Речь о средствах, ранее выделенных Русфондом на лечение певицы. Спор продолжался около года, а Русфонд утверждал, что перечислил на счет певицы 25 миллионов рублей, но в отчете о расходах значится лишь около 4. И подал иск более чем на 21 миллион. Семья певицы претензии отвергала. Ответчиками считаются мать и отец Ольга и Владимир Фриске, а также гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев и их несовершеннолетний сын Платон. При этом представители Шепелева утверждали, что иск должен быть заявлен к матери Жанны Фриске, поскольку именно она обналичила миллионы после перевода. Жанна Фриске получила известность благодаря участию в составе группы «Блестящие». В 2003 году она начала сольную карьеру, снималась в кино. Певица и актриса ушла из жизни в июне 2015 года. Она болела раком.